Перед началом видео я хочу порекомендовать вам канал моего знакомого, Санёк ЛП. Здесь вы найдете прохождение самых разнообразных игр, топы на игровую тематику, а также он частенько проводит стримы. Все приправлено хорошим юмором и уютной атмосферой. Обязательно подпишитесь, не пожалеете. Ну а мы продолжаем наш Outlast 2. Короче, без записи то же самое, что и с записью. Я не знаю, это плохая оптимизация, возможно, на начальных уровнях. Но, кстати, я вот не понимаю, почему звук записывается все равно плохо. При том, что громкость стоит на нуле. Ну, то есть, более-менее. Я все равно потом могу нормально все поставить. Но мне интересно, почему же так? Короче, неважно. Мы сейчас что делаем? Добраться до церкви. Кто-нибудь там должен знать, где у нас Лин. Я так понимаю, нам нужна лодка? Или мы можем так добраться? Ну, там никого. Что за звуки? А, ну ладно. Тут мы еще и сквозь ходим. Вообще шикарно просто. Мы только что сквозь лодку прошли. Зачем здесь бочка? Наверняка, чтобы прятаться. Только от кого прятаться? Ну, было бы прикольно. Ну, ладно. В принципе, баги мы и так будем искать. Я уже парочку нашел. Все-таки старые еще работают как-никак. Придется нам идти пешком. Без лодки. Хотя по скриншотам мы видели, что все и так. О, вот это я место, кажется, видел. То ли... Кто это? Какая-то женщина, но это не та женщина. Она там что-то молится. Блейк, хорош уметь, я ничего не слышу. Интересно, что если я сейчас это помешаю ей катсцену воспроизводить? Надо же проверить. При плавании вы устаете. Найдите спокойное место, чтобы восстановиться. В смысле? Так я же легонечко. Ну и она ушла. Надо же. Дети, я знаю, вы слышите звон бьющегося стекла. Вы слышите крики соседей. Они страж ждут. Потому что они не дети Господни. Ну, вроде как, нам туда. Мне интересно... точно! Это то кукурузное поле. Точняк. Только вот у меня лагает здесь. Черт подери. Что у нас там? Они сняли с них кожу. Перебили их деревьям. Стоп, так оно еще здесь FPS улавливает? А, это не... Стоп, это не... Случайно... Ну, стойте. А, тут не сказано, кто это. Ну, наверное... Просто какие-то люди левые. Это не Джейн Доу. Вообще, нам есть смысл сюда соваться? Как думаете? Тут есть батареечка. И документ. А, нет, это бинты. Нельзя взять... Что? Да бери, сколько влезет, я бы взял. Да в задницу засунул бы себе куда угодно. И я смотрел, и вихрь вырывался, точнее, вырвался из ночи. Огонь замкнулся в себя, горя со всех сторон по направлению к центру, и высек свет из стен моей комнаты так, что я повис в пустоте, которая светила, как масло на черном зеркале. Да, забываю, как это все делается. Ну, короче, там кто-то... Нет, там никого нет, но наверняка на поле будут. Поэтому я бы, наверное, бинтик еще один взял, но я не могу этого сделать почему-то. Какого черта вообще? Почему есть ограничения на бинтики? Вот, кстати, прыжки в демке были бесконечными.
помощью микрофона можно слушать. А, так он у меня и выключен. Надо его включить. Ну там по-любому какой-то чувак. Не знаю, что там происходит. А, Марта разбирается с даунами. Она просто тут проводит чистку. Мне это нравится. Марта красава просто. Только меня она почему-то убивала. Ну, здесь тоже лагает на записи. Другие звали ее Мартой. Запах того, что она сжигала, похож на угольную... Что-то там не успел прочитать. Короче, да. Марта — это милый персонаж. И 20 FPS, в принципе. Сохранение прошло, а... Кто-нибудь откроет мне здесь тут двери? И вообще, зачем я сюда иду? Здесь же Марта. Я бы на твоем месте вообще передумал. Но нет. Ты идешь в эту дичь, зная, что здесь бродит Марта. Тут еще эти придурки, которые лагают. Тут, по крайней мере, локацию не меняли. Да ладно. Пошел в баню. Ай. Ты насмешка над его волей. Да пошли вы. Лечение. Интересно, что если начну лечиться, и они будут меня убивать? Это типа я как бы попытаюсь, но... Ничего не получится. Окей, я сделаю проще. Я сделаю проще. Там уже... Откуда? Они меня еще и там патрулируют. Вообще прекрасно. Да, с демкой, конечно, связано, но... Мало что здесь похоже. Мне нужно просто по-тихому запрыгнуть туда. Я же знаю, куда нужно идти, поэтому... Вот оно мое спасение. Но там еще будет погоня. Нет. Здесь даже локацию изменили. Вы попросите своего ребенка пощадить мою семью. Он знает, что это мой ребенок. Давай, чувак. Молись. И вообще... Что... Нифига себе, то есть можно... Да, да, я тебя прощаю, сын мой, и иди отсюда. Да, да, я прощаю тебя, сын мой. По-моему, здесь сидел на скриншоте какой-то чувак. Или это не здесь было, но очень похоже. Место похожее. Ладно. Хм, кого-то повесили. Я вот только не понимаю, Марта здесь... Прямо... О, конь. Марта здесь за убивателя местного. О, вот здесь мы бежали от преследующих нас. Вот там чувак сидит. Не, серьезно, мне нужно графику понизить, потому что процессор мой не справляется. Короче, да, теперь я буду записывать в 30 FPS, потому что по-другому никак. И я начал записывать уже по-новому, поэтому... Придется опять это все провернуть, я сейчас это вырежу просто, и вернемся к тому моменту, где мы остановились. Я тут, кстати, добавил фрикамку, чтобы можно было наконец-то повеселиться с этими идиотами, потому что это место я уже прошел, какая разница? Надо просто подождать, пока они уйдут. Этот просто идет в стенку? Что вы там ищете, господин? Не, серьезно, они какие-то тупые, он же идет прямо в тупик. Там нет смысла искать. Чувак, ищи меня на улице. Я вот, кстати, не помню, сохранилась ли та часть записи, где я прошел это, потому что там игра вылетела. Если нет, то уж извините. Надо переиграть будет, наверное. Ну, хотя ладно. Еще троих сегодня отправили жить среди пораженных. Короче, окей, кто хочет, тот читает. Я надеюсь, это не исчезло. Если исчезло, то... Обидно, конечно.
Но зато у нас хотя бы есть фрикамка. С фрикамкой всегда весело. Вот тут нужно было всего лишь отодвинуть ящик и залезть на лестницу. Тут я уже не был, да. Я этого не видел. О, руки в крови. Прям как Майлз Апшер. Правда, у него не было таких прям проблем жутких с этим. И сейчас, конечно же, кто-то сзади выйдет и будет за мной гоняться. Хотя нет. Ну, это не Марта. Это просто статуя. Но, так как Марта высокая, можно было и так подумать. Так, мы записали это? А, мы это сфоткали. Стоп, у нас получается только текст. Да, у нас есть фотки. Чё вообще? Понятно, он их не собирает, он просто фоткает и все. Чему я парюсь? Я надеюсь, я иду правильно. Вообще, фрикамка, подскажи мне путь, я точно правильно иду, там никого нет. Вроде никого нет. Тогда можно идти спокойно. Хотя это пока нет. Сейчас, конечно же, появятся какие-нибудь флешбеки типа этого. А, нет, это не флешбек. Что за черт? Такое ощущение, что они бога вызывают. Ну или там, я не знаю, молнии какие-то делают. Мне бы пару бинтиков, наверное, да? А, нет, мне бы пару батареек, если у вас они есть. Слушайте, мы туда не пролезем, но я посмотрю, что там находится. По сути, ничего. Здесь просто недорисована локация, и действительно, зачем это нам надо? Стоп, а что я записываю? Там что-то есть? Сейчас посмотрим, что я записал, потому что я сам не понял. Однажды учитель сказал мне, что музыка птиц является доказательством того, что Господь существует и любит нас. А, то есть он как бы запечатлил этот фон, или ветер, или что. Я не знаю. Мне, кстати, сказали, что концовка паршивая, непонятная. А один чувак сказал, что концовок вообще две, поэтому, может быть, даже у нас получится какой-нибудь хэппи-энд, хотя в Outlast'е хэппи-эндов не бывает. Только в дополнении, и то не факт, потому что мы же не знаем, что в итоге случилось с нашим Вейланом Парком. Я думаю, его нашли просто потом, через много лет, как в «Мафии» был у нас один чувак. Ну, из первой «Мафии», как его там зовут, я уже забыл. Ну, вы помните его, да. Его нашли, и Вита, и Джо, и убили. Потом, в итоге. Так, ребят, произошла такая дичь. У меня почему-то сломалась запись. А точнее, там бывали какие-то пролагивания. И из-за этого вообще было некомфортно. Там половина отсутствует вообще. Так, спустись, пожалуйста. Половина отсутствует вообще. И когда я посмотрел, я сразу подумал, блин, а как я буду это скидывать? Там просто отсутствует половина геймплея. Поэтому я сейчас перезаписываю эту часть, тут где-то минут 20. Хотя я сейчас прекрасно знаю, что делать уже, потому что перезаписываю. Может быть, даже будет быстрее. Да, мы сейчас... Ну, я не буду спойлеров выдавать, куда мы идем. Точно не буду. Просто идем туда, куда... нам сказано, то есть вот сюда, в пещеру. У нас уровень называется «Пещера еретиков». Надеюсь, что здесь ничего с записью не случится, и мне не придется еще раз перезаписывать, потому что Бандикам меня в последнее время просто удивляет. Такое ощущение, что проще вообще фрапс брать, и пофиг на то, что у тебя там мало мест. Да, это у нас какая-то статуя. Сейчас посмотрим. Он сказал, что она сделала это с собой сама. Он сказал, что защищал тебя. Или себя? Церковь. Нет, нет. Что-то похоже на... храм еретиков. Ну, храм, пещера тут как-то...
Что одно, что другое. Где здесь документик, если он есть? Я просто уже не помню. Ну, батарейка есть точно. Нужно будет потом ачивки выполнить. А тут сколько их? Но намного больше, чем в первом Outlast, поэтому, может быть, даже будет интереснее. И, кстати, скорее всего, я мог некоторые документики и пропустить. Поэтому не удивляйтесь. Вы живы, сэр? Нет, вы мертвы. Тут сейчас будет немножко эпично. Но, правда, так фейлить, как в прошлый раз, с этими персонажами я уже не буду. Там одна баба такая будет сейчас. Ну, в смысле, обычная NPC, но я так зафейлил с ней. Я уже сразу расскажу. Оу, а про нее я забыл вообще, кстати. Смотрите, мы подходим, и она исчезает. Это у нас Джессика. Почему она повешалась? Вот это я до сих пор не выяснил, потому что до конца так и не прошел. Любых еретиков, которых Господь там что-то делает, мы выкопаем... Не буду это читать, потому что мне лень. Церковь. Я видел церковь. Как далеко это зашло? Чувство на зубах, как будто звук ножниц. Как далеко зашло? Чувак, ты еще даже не представляешь себе. Интересно, стоп. А здесь работает shift? Ой. Ой, можно было попроще, но я затупил. У меня еще и бинтиков нет, а как я затупил только что. Но с другой стороны, их можно найти здесь. Чего сложного? Вы истекаете кровью. Так, игра, подкинь мне, пожалуйста, подкинь бинтиков чуток. Да, прямо сейчас, разбежалась. Ай. Это больше похоже уже на тюрьму. А, точняк. Нет, стоп, я уже был в тюрьме. То, что я хожу сейчас израненный, это, конечно, не весело. А я уже был. Где бинтики? Игра, пожалуйста. 9 марта. Еще больше детей умерло. Нет. А, ну вот. Говорит, что такое детоубийство не грех. Ведь все являются солдатами армии Господа. Кто хочет, тот читает дальше. Да где мне искать бинты? Игра, зачем ты говоришь искать бинты, если это почти нереально здесь сделать? Я хотел проверить, можно ли не идти по уступам, а просто пробежать через shift, но что-то пошло не так. Там кто-то двери закрыл. Прикольно. Боже, ну серьезно, хоть один бинт. Ладно, походу не в этой жизни. Может быть, потом. Вы ненавидите Бога, потому что он заставил вас убивать ваших детей? О, еще один. Салливан, папа. И Зекиль, лжец, шарлатан, мешок с кишками, наркоман, трус, насильник, убийца детей. Я ушел, потому что я ушел. И все такое. Фиг, откроешь. Ну, фрикамку здесь бессмысленно использовать. Я думаю, что в той комнате ничего нет, хотя... Да, она полностью пустая. Так, короче, нам нужно через окно, по-моему... Нет, отодвинуть нужно. Да. Только я, походу, не в ту сторону отодвинул, но как обычно. Мне интересно, почему главгерой... Зачем ему бинты вообще, если... Он упал просто. Он же ничего не повредил себе, по сути. Зачем ему бинтики? Это что, уже логика как в Far Cry? Мне это нравится. А, вот это поселение, по-моему. Да. Только где бинтики искать? Это должен быть лифт. Это наверху, так? Энергия отключена. Должно быть, у них есть генератор или что-то типа такого. Если только эта чертова штука работает не на молитвах. Так это, попробуй помолиться. О, боже, кто это? Вот, это баба, короче, я к ней подошел, она меня ударила. Сначала ничего не делала, потом почему-то решила ударить. А потом вышел какой-то мужик и убил меня. Ну, тут уже такого не произойдет, потому что так тупить я не буду.
Мне нужно просто бинты найти. Вы можете мне их предоставить? Я же потом буду бегать тут от этих идиотов, скорее всего. А, вот есть, отлично. Отлично. Но зачем ты руку хилишь, если... Капец. Если ты просто упал. В чем смысл? Мне, кстати, сказали, чтобы я не использовал микрофон. Этот вот. Потому что он жрет батарейку сильно. Так я и не буду. Смысл, если я и так их слышу. И вижу. Прекрасно. Хватит молиться уже. Если я открою дверь, он меня убьет. Не хочу туда заходить. Там, в принципе, ничего особенного. Просто бабушка, которая мертва. И чувак, который плачет. Что? Какого черта? Ай. Он за мной все еще гоняется? Нет, не должен. Ну, я пролезу сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Я здесь, скорее всего, был в прошлый раз, но... Я уже не помню, что здесь точно было. Я помню только основные моменты, которые здесь будут. Вот, документик. Теперь, когда я узрел живое создание и плач бога, еще свеж в моей памяти, я спросил, вернее, я попросил, были 4 странных создания, явившихся Ейзекхелю... Да, язык сломаешь, пока произнесешь это долбанное слово. Это у них божество местное или что? Можно отсюда, наверное, пролезть. Проблем не будет. Ну, короче, нам нужно двигаться дальше. Нужно найти долбанное электричество. Или подачу этого самого электричества. Как-то так. Там хоть сзади никого нет. Это здорово. Ну, можно сюда зайти. По-моему, здесь я как раз таки и не был. Здравствуйте, здравствуйте. Двери нельзя. А, можно. Опасно. Чувак-то живой. Ну, бинтик я заберу. Это я тоже заберу. Спокойной вам ночи, сэр. Двери закрылись раньше, чем я их закрыл. Ну, в смысле, звук был раньше. Все, это теперь мой дом. Записки не будет, ну и зачем она нужна? Ой, понятно. Вход воспрещен. У меня нет выхода, мне нужно идти только в одну сторону. Это Марта? А, точняк. Вот, они убежали. Они идут прятаться, они знают, что Марта пришла. Да, здесь будет Марта. Я вспомнил. Симеон, мне нужно совершенно тайно поговорить с тобой, потому что ты знаком с мазями и лекарствами. Надеюсь, ты знаешь, что я не использую больше слов и все такое. Мне интересно, как Блейк выглядит сейчас, потому что, если так посмотреть, у него все такие же проблемы с руками, как и у Майлза. Вот это вот просто шедевр, кусок где-то тут. Ну, это прикольно. У Вейлона то же самое. Вы все прям... Болеете одной болезнью? Должно быть, это оно. Найти бы только путь. Ну, сейчас все заработает. Отлично. Вау, какого черта? Ее я уже не помню, но я, по-моему... А, точно. Когда она появилась в первый раз, тогда я закрыл двери и такой сказал... Я, это, на всякий случай, вдруг она собирается нас убить. Ну, скорее всего, она будет лупиться, но я не хочу к ней подходить. Я сейчас просто... Смотрите и учитесь, дети мои. Секретный трюк. Но здесь будет еще один гость. Вы уже наверняка о нем знаете просто. От нее тут так просто не убежишь. Вот, они уже убегают, потому что пришла та самая незабываемая. Таково прощение.
Ха-ха. И где она? Она попыталась меня поймать? Нет, не попыталась. Зачем я сюда вообще залез? Я здесь уже... А, а на втором... На второй этаж тут нельзя, да? Ну, короче, все, что здесь нужно сделать, от нее убежать. Это несложно. Она еще и по кругу ходит. Да ничего не говори ему, скажи, что это не твои дела. Ха, изи.